Вы смотрите видео об отеле Вилла Милосер. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Вилла Милосер расположен в стране Черногория в регионе Святой Стефан и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 5 минут пешком от пляжа, через пешеходную дорогу. Платно. Вилла, построенная в начале 20 века, расположена на пляже Королевы, в 1 километре от острова Святой Стефан, на территории национального парка. Сегодня это эксклюзивный отель, состоящий из 2 корпусов и окруженный большим парком, 32 гектара, разбитым еще при королях. Здесь произрастают сосны, кипарисы, клены и более 800 оливковых деревьев. Главный корпус состоит из 6 номеров. Это здание было построено в начале Х века как резиденция сербского короля Александра Карагеоргиевича. В соседнем корпусе королевы Марии, 30 метров от главного корпуса, расположены 2 номера по 120 квадратных метров. Каждый номер занимает отдельный этаж здания и имеет свой вход. В разное время оба корпуса Виллы Милосер были правительственными резиденциями. В югославскую эпоху это была летняя резиденция Иосифа Броза Тита. В этом отеле королевский уровень сохранен во всех проявлениях. Обстановка отеля и территории, сервис, работа персонала и красота природы. Каждой детали уделяется огромное внимание, чтобы отдых гостей проходил исключительно на высочайшем уровне. На территории отеля имеется конференц-зал, 2 конференц-зала, 100 квадратных метров. Минус 100 человек, 80 квадратных метров, 60 человек, сейф на ресепшн, да, парковка, массаж, да, салон красоты, да. Услуги, теннисный корт, фитнес-центр, казино, массаж, библиотека, дайвинг, ныряние с маской и трубкой, открытый плавательный бассейн. Беспроводной интернет, Wi-Fi. В номерах есть балкон, терраса, кондиционер, эксклюзивная мебель из дерева и кожи, камин в гостиной, телевизор спутниковая. ТВ есть русский канал, телефон, мини-бар, сейф, интернет, Wi-Fi, ванная комната с ванной и душевой кабиной, эксклюзивная туалетная косметика, фен, халаты и тапочки, пол, паркет с коврами. Каждый апартамент имеет уникальную планировку и дизайнерское оформление. Ежедневная уборка и смена белья. Номерной фонд отеля состоит из 6 номеров Вилла Милосер Суит. 72 квадратных метра находятся в Вилла Милосер. Вид на парк или море. Зона спальни и гостиной, большая ванная комната, просторный балкон с летней мебелью, максимум 2 взрослых. Плюс 1 ребенок. 2 номера Вилла Квин Мария Суит. 125 квадратных метров находятся в Вилла Квин Мария. Спальня, гостиная, столовая, ванная комната, максимум 2 взрослых. Плюс 1 ребенок. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть общее количество бассейнов, открытый бассейн, настольный теннис, да. К услугам гостей 3 лучших пляжа Черногории, пляж Короля перед Виллой, пляж Королевы в 50 метрах от Виллы и пляж у острова отеля Святой Стефан. Это песчано-галечные пляжи с пологим входом в море и чистейшей водой. Эти пляжи всегда свободны, так как для посторонних вход на них стоит слишком дорого. Пляж Королевы является единственным закрытым пляжем Черногории, вход на который разрешен исключительно гостям Вилла Милосер и отеля Амунд Свети Штефан на острове. Лежаки, зонтики и пляжные полотенца – бесплатно. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.